Я тебе говорю, Догдейл круче, чем Кэтнэп, понял? В смысле нет? Намного! Чем он круче? Да ты посмотри, какая там полоса препятствий! И чё? Коты всегда этот слабее, чем собаки, поэтому Кэтнэп хуже. Ты знаешь, какая у них реакция, а? Какая реакция? У собак реакции такой нету. Они а у собак, челюсть зато мощная, понятно? И чё? А коты по деревьям лазят, а собаки нет. А собаки бегают быстро. Коты тоже быстрые. Ты знаешь, какая у них скорость начальная? Зато да? в поле собака догонит кота, понятно? Что у вас тут происходит, ё-моё? Да он доказывает мне, что, блин, этот, Догдей хуже, чем Кэтнэп, а я ему говорю, что наоборот. Круче, Нубик, скажи. Ты посмотри на эту полосу препятствий, Ну, знаете, что я вам могу предложить, чтобы не спорить? Стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Чего? Чтоб ты прошел эту полосу, а ты прошел эту полосу. Давай, я тебе вызов бросаю, понял? Давай. Давай, кто быстрее, посмотрим. Кто первый будет, а? А я засеку. На камень, ножницы, бумага. Давай, спорим. Давай, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень. Бумага. Все понятно. Я первый, да? Давай. Ладно, я докажу, что полоса Кэтнэпа очень легкая, понятно? Давай, три, два, один. Полетел. Ну, давай, все, сейчас я быстро здесь все преодолею и... Оп, тихо. Так, осторожно. Давай. Осторожно. Так, здесь надо по-другому. Да куда, блин? Понял. Повезло. Так, как мне, блин, отправиться сюда? Ну-ка, опа. Да, блин, не получилось. Ладно, сейчас я покажу. Это фуфлыжная ловушка для нубов, в которую я попался по счастливой случайности. Опа, все нормально. Посмотрим. Давай, я уже преодолел, уже вижу следующий чекпоинт, поэтому сейчас быстренько туда отправляемся. Опа, давай, быстрее лезь ты по этой лестнице. Че, блин, такая лестница длинная? Так. Ну, наверное, чтобы задержать время, я полагаю. Ага. Вот туда, что ли? Посмотрим. Ладно. Наверное, туда. Так, первая попытка неудачная, я не прыгнул. Вторая попытка сейчас будет. Так, ну-ка. Оп, да блин, что, снова не прыгнул. Да, видишь, я же говорил. Что за фигня? Легкий, Кэтнэп. Печальненько. Так, ну-ка, оп. Все, пошло дело, смотри. Ну, ладно, почти пошло. Почти пошло. Так, сюда прыгаем, летим и... Ну, ё-моё. Не повезло. Да как это сделать, блин? Нет. С этой стороны не прыгает, я раз попробую, что ли. Не, у меня тоже не получилось. Нет, не получилось. Берешь свои слова обратно. Да нифига подобного, это тупая ловушка, блин. Так, ну-ка. Ну давай посмотрим. Я переживу это. Так. Ну почти. Это было близко. Это был перелет уже. Так, спокуха. Не получилось. Это был недолет, наверное, больше. Как же сейчас это все здесь дело? Да ты зачем, блин, сюда стал? Ну ё-моё. Не лезь. Всё, так, тихо. И снова не получилось. Ладно. Нет, у меня получится. Я ведь профессионал, енот. Я смогу туда допрыгнуть. Давай. Так. Еще пару попыток и получится. Так. Ну. Не получилось. Ладно. Слушай. Но я все равно не заберу свои слова назад, понятно? Так. Ну, мы это выясним с помощью того, кто за сколько пройдет ваши полосы препятствий. У меня появился хитрейший план. Так, я уже знаю, о чем ты, наверное. Опа. Сюда. И... Да блин, прямо же в центр приземлился, алло. Опа. Ну, судя по всему, что-то задел. Да как? Не, ну да это уж. Жесть. Опа. Да куда, блин? Ай, не допрыгнул. Ладно, сейчас все получится. Оп. Нет, не получится. Снова уже не сразу. Снова не прыгнул. Здесь не прыгается с этого края. Чё, Тюбик, не смейся, тебя тоже ждет. Так. Да я понимаю. Теперь перелетел. Опа. Давай. Вот это должна быть... Не. Да, уже. Опа. Сюда. Во! Есть! О! Давай. Опа. Еду. Так, где? Что? Куда? Ага, ловушечки, ну, да? Здесь, да. Опа. Давай. Сюда, спокуха. Спокуха! О-о-о. Да блин! Ну, ё-моё! Чё там? Так, да не получилось немножечко. Ладно, сейчас все получится. Так. О, изи! Неплохо. Молодец, изи, выбрасываем этот лишний груз. Так, что тут у нас? Ага, ладно, окей. Это должно быть легко. Оп! Серьезно! Да. Заново проходить ту фигню. Ладно, быстро. Пропрыгиваем. Оп-то. Чуть повезло не упрыгнул тебе, в сторону. Повезло тебе. Да, фартовый ты. Как я? А, что? Не повезло. Подожди, это здесь было? Фартануло.
Да, это там было. Тихо. Спокойно! Не зацепился ногтями. Ладно, сейчас получится. Так, я уже преодолел самое сложное. Это с вот той штукой. Да, вот так вот. Все изи проходится. Так, бежим сюда, прыгаем. Ага. Давай. Ага. Так, интересно. Ну все, я там допрыгался уже. Ладно, ага, сейчас все будет. Так, сюда. Ни одной стрелы не поймал. Фу-ху-ху. Повезло тебе. Так, пошел. Оп. Да куда? Серьезно? На базу. Ладно, еще разок бегу. Так, по-моему... Ладно, это было бы слишком легко, если бы я снова туда... Ой, блин, ой-ой-ой-ой-ой, да куда ты меня вытолкнула, стрела? Ё-моё. Эй, блин. Полоса кэтнэпа меня начинает раздражать уже, если честно. Опа, да, сюда понимаю. Быстро. Сюда пропрыгиваем, сюда прыжок, да. прыжок. О, молодец. Что? Чё там за стена? Подожди. Блин, значит, надо было направо все-таки прыгать. Нормально ты так. Вот это я прыгнул. Наверное, надо было бы считать, кто из вас сколько умер, но вы, наверное, умирали бы слишком много. Мы засекаем время, и этого достаточно, чтобы это все преодолеть. Наконец-то. Опа, все. О, все, добрался до чека. Обалдеть. А что это? Там кэтнэп. Я вижу его, вон он там. Это что... А, я понял, это битва с боссом, да? Ну, так, ну ладно. Типа того. Да. Сейчас мы его завалим. Ну давай, кэтнепище. Опа. Интересно, сильно он отталкивает? А я вообще без понятия. Нифига. А, ты попробуй, а? А, блин, тихо. Я сейчас буду его крутить. Давай, нормально. Неплохо. Главное не получить по морде, потому что я думаю, это может быть, во-первых, очень больно, а во-вторых, я могу упасть отсюда, вот с этой платформы. Так, тихо. Спокойно, нифига себе. Давай, по-моему, вали его. Довольно сильно он отталкивает. О, во! Ничего себе. Ну чё? Твоё время 5:57. Запомни. Изи, это. Понятно тебе? 5:57, ну, молодец, согласен. Это было очень легко. Так, пошли в самое начало, теперь ты будешь проходить. Нифига да, себе, здесь сколько всего у Дугдея. О-о-о. Сейчас тебя такое ждет, я уже в предвкушении, если честно. Посмотрим, 5:57 у меня время, да? Да, у тебя 5:57. Давай, готов, используй тюбик? Первый чекпоинт свой. Да, я готов, тюбик погнали. Готов, 3, 2, 1, поехали. Все, сейчас мы будем Повезлась. За тобой наблюдать, как ты тут будешь все это дело проходить. Я уверен, да, тебя ждет много интересных препятствий. А все. Полетел вниз. Не запрыгнул на второй блок. Сейчас я говорю. Ладно. Давай. У тебя 5 минут 57 секунд всего есть. Если ты хотя бы на секунду пройдешь позже, дольше, чем я, то... Ой, я промазал. Ну да. Интересное дело намечается. Давай. Если ты на секунду хотя бы пройдешь позже, чем я, то все. Значит, тогда кэтнэп хуже, чем Дугдей. Понял? Да, получается, что так. Проиграешь ты тогда наш спор. Я смотрю, ты прям спешишь. Ну да. Да я сдаваться не буду. Не можешь пройти даже самое начальное испытание. Все понятно тебе. Ты че? Ну, да, в принципе. Ну, Бик, сколько он времени уже проходит? Не скажу. Не скажешь? Да, ну ладно, говори. Давай. Держи интригу для меня. Так, ну-ка. Во, отлично. Не повезло. Ну ты нубас вообще. Ты в успех ушел. Да, по-моему, ты не дошел. Вот. Не дошел. Сейчас тоже перешагнешь, я уверен. Так, ну-ка. Я не долетел. Построил эту платформу. Еда. Кажется, да. Тюбик до сих пор не понимает всех он, приколов. Он, наверное, не понимает, да. Да ладно, пофиг. Давай. Давай, пройдешь обязательно. Вот только это вопрос. Это будет жестоко. Быстрее, чем 5:57. Хотя я думаю, что нет. Ты определенно будешь проходить дольше, чем я. Так, да, ну-ка. Ладно, попытка номер... Нубик, когда будет 3 минуты, дашь ему подсказку, хорошо? Хорошо. Ой, да ладно. Я понял, как я в шоке. Проходить.
Да я вижу, как ты понял, ты падаешь на первом испытании. И ты еще пытался доказать. Я про shift не знаю, просто я его не использую. Про что не знаешь? Shift? А, ну используй shift. Тебе что-то не особо помогло. И ты еще пытался доказать, что Catnap круче, чем Dog Day? Ага, уже. Вот такое простое, значит, испытание, а ты не можешь его преодолеть. Да ё-моё! Давай, короче, занимайся там. Подгорать. Здесь конечно. Надо просто пропрыгать и все. А что здесь сложного? Я вообще не понимаю, а? Я не могу, ребята, у меня нервная система скоро рванет. Нервная система? То есть ты просто не можешь запрыгнуть на один блок. Я понял. Вот так вот все, значит, легко и просто. Давай, давай, а то ты там утверждал. Сложность этих блоков в том, что бетон немного ускоряет персонажа. И там довольно-таки нелегко. Так это наоборот, по-моему, упрощает задачу. Да, ребята, я уже не могу! Как это пройти? Ты можешь... Нет, ну ты, конечно, можешь признаться, что Catnap хуже, чем Dog Day. Не, ну у меня уже крыша едет. Я не могу пройти, даже запрыгнуть на один блок. А, там 3 минуты. Тюбик. Да. Смотри. Смотри внимательно на Нубика. Понял? Или не понял? Подсказка тебе. Что? От Dog Day. Ну вон. Да я не попал. Не понял. Я понял. Наконец-то ты понял. Да. Сколько попыток тебе понадобилось для этого? Много. Очень много. А тебя там еще в конце битва с боссом ждет, между прочим. Dog Day стоит и ждет, пока ты придешь и будешь доказывать, что он хуже, чем Catnap. Понимаешь? Да. Ну-ка. Да. Давай, Тюбик, давай. Тюбик, ты просто капец. Слушай, у тебя время еще есть. Ну ты можешь сдаться, в принципе. Я уже не знаю, что делать. Я... Если будет паркурить дольше, чем 5 минут 57 секунд, то ты в целом проиграл. Вот. Да. Зачем? А можно я потом попытаюсь попробовать пройти? Ты хочешь попробовать пройти? Да, ну пару раз буквально. Если буду падать, то окей. Не надо. Давай. Это изи. Вот, смотрите. Я показываю. Я здесь уже был не раз на этой полосе препятствий Dog Day. И все с первого раза просто прекрасно проходится. Вот так вот берешь, запрыгиваешь сюда. А ну давай, тоже посмотрим, как вот ты сейчас справишься. Вот сюда и падаешь вниз. Все, и падаешь вниз, да. И все с самого начала. Но зато второй раз ты уже запомнишь. И будешь все знать. Ну что, Тюбик, сдаешься? А? Нет, тюбики не сдаются. Ну ты просто спешишь. И падаешь в одном и том же месте всегда. Ребята, если вы думаете, что Тюбик прекрасный паркурист, пишите в комментариях. Да я не паркурист вообще, я пройти не могу. Ну да, бывает. Я только что перед тобой прошел до самого конца этого испытания. Я не знаю, что здесь такого сложного. Ты же профессионал, а я нет. Я да, спасибо, что подтвердил еще раз мой титул. Давай, пошел. Сделай это. Давай. No. Я понял. Ну, Бик, там уже больше 5 минут 57 секунд. Ну, осталось немного. Тюбик, давай, у тебя уже время подходит к концу. Я думал, ты серьезно, с серьезными намерениями пытаешься доказать, что Catnap круче. В моменте я уже начал даже так думать, потому что не мог пройти эту полосу испытаний. Но потом все-таки у меня получилось. Потом все-таки мы поняли, что... Ой-ой-ой-ой. Что уже 6 минут 5 секунд. Во! У нас есть шанс. Давай. В конце тебя ждет подвох. В конце этой лестницы. Так что, ну, именно вот... Тюбик, ты будешь продолжать это проходить? Сдаешься? Я не особо горю желанием уже бегать и падать дальше. Давай, последняя попытка твоя, и все. Ты уже все равно проиграл. Catnap хуже, чем Dog Day. Моя победила. Да, твоя победила. Вот так вот. Вот так я, наверное, можно раз попробую пройти? Ты попробуешь? Ну давай, Нубик. Один раз, ну там пару раз может буквально. Хочешь тоже убедиться, что Dog Day круче, чем Catnap, да? Не, я хочу просто поучаствовать в этом. Я упал. Поучаствовал? Давай, же. Давай, Нубик, 3 попытки тебе всего даем. Давай, 3 попытки, хорошо. Я не вот засекаю это была время уже для себя. Первая, это просто... теперь вторая. Ну-ка, пошел.
Ну тут просто вперед идешь и прыгаешь спокойно, без разгона даже. Все нормально запрыгивается. Это изи вообще. Я не знаю, Тюбик как-то это не мог пройти. Меня так, не давай, Нубик. Опа, невидимый блок, прикинь. Так. Вау! Нубик ползет, так, переходит на следующий забор. Теперь сюда, давай. Нубик заборы не любит, я знаю. Да, я заборы не то, что заборы люблю. Это любимое его. Смотри, опа, лег, потому что тут невидимый блок тоже в воздухе. Об который ты, Тюбик, споткнулся. Да. Так. О, сейчас будет поинтереснее, кстати. Давай, это твоя, кстати, вторая попытка, по идее. Да. Сейчас посмотрим. Не получилось. О, нет. Да. Так, это считается за вторую попытку или нет? Ну, не знаю, если честно, наверное. Или ты планируешь дойти до самого конца? Хотя здесь осталось, если честно, не так много. Ладно, ну-ка. Давай я буду спаунпоинты просто переставлять, я ж как бы не участвовал в споре. Ну, давай, окей. Опа, прошел. Так, ну и вот это самое сложное. Давай, надеюсь, ты сможешь. С первого раза, обалдеть. Обалдеть, надо же. Офигеть, всё, Тубик, опа. Ты что там? Пошел, пошел, пошел. Учился, тренировался, да? Да нет, честно, учился, веришь. Тренировался, говорит. Не учился, давай, не давай, тренировался. Опа, хорош. Ну все, дальше уже босс, поэтому не вижу смысла его пинать. Хорош, вот так вот Нубик быстро преодолел. Хотя Нубик тоже не особо таки любит паркур и вообще да, прыгает тоже не очень. Я люблю. Терпеть ненавижу ваш паркур. Ну мы в этом убедились уже. Короче, ребята, все, я победил. Если вы тоже считаете, что Dog Day круче, чем Catnap, то пишите в комментариях. А можете Тюбику еще дизлайк на видео поставить. Не надо. Вот так, значит, ты. Да ладно, ставьте Тюбику лайки, а у меня на канал подписывайтесь. С вами, как всегда, был я, профессионал енот, со своим супер крутым Dog Day, а также Тюбик со своим отстойным кэтнепом и судья Нубик. И судья Нубик. Спасибо, что смотрели. До скорой встречи. Всем пока, друзья. Пока, ребята. Пока, друзья.